Здравствуйте, дорогие друзья. Давно я не выходил в эфир, ничего не снимал. Вот немножко решил вот поснимать. Сейчас просто еду домой с работы. Температура у меня за бортом минус 6. И сейчас я посмотрим расход топлива у нас. Такой минус 6 градусов, город. Так. Ну, 22 литра у меня показывает сейчас. Ну, это учитывая то, что я сейчас машину только что завел и начал ехать. То есть, в принципе, сейчас расход должен падать. Ну, видите, дизель не дизель, а зимой хорошо кушает. Вот. Так что езжу также на летней резине, еще зимнюю не поставил. Ну, в принципе, тоже нормально, на летней едет хорошо. Просто надо быть немножко осторожнее, держать дистанцию. Все будет нормально. Вот, сейчас мы едем в таком плотном потоке. Достаточно. О, вот, вот нормальная дорога переходит. Ну, что делать? Бывает. Перестраиваюсь потихонечку. Да не сыты. Боятся, видите? Когда перестраиваюсь, думаю, что я прямо в них еду. Хотя я очень культурный водитель. Езжу аккуратно. А, вот. Так, уберем эти цифры. Ну вот у меня полбака. Чуть больше полбака хватит этого дизеля. У меня на 242 км показывает километр. В принципе, нормально. Уже обычно на Lexus 570 полного бака где-то на километров 300-350. Примерно так. Вот. Так что вот такие вот пироги. Ну, видите, в пробку все стою, поэтому давайте, ребята. Я сейчас приеду домой, засниму внешний свой Land Cruiser, потому что многие просят просто показать, какой он у меня внешний, мои диски 22-е. Так что приеду и сниму. Все, всем пока.